Нарьян-Мар в этот праздник в стороне не остался. В столице региона в очередной раз открыл свои двери конкурс талантов «Хрустальные звездочки». Ближе к звездам смогли стать дети госслужащих. Любовь Пермякова продолжит. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Эти слова из стихотворения Владимира Маяковского. В день космонавтики, например, зажглись и нарьян-марские звезды. Арина Дьянова, участница конкурса, выступала сразу в двух номинациях – исполнительское мастерство и вокал. Это волнение, и нужно показать именно песню и рассказать зрителю, о чем она, чтобы они поняли. Участие в фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки» – это значительное событие в жизни конкурсантов. Одна из ступеней к дальнейшим творческим достижениям. Для многих это вообще первый выход на сцену. Фестиваль «Хрустальные звездочки» объединил 28 юных любителей музыки. Я люблю заниматься музыкой, потому что мне это нравится. Нравится, и я не знаю, что бы я сделала, если бы я не пошла в музыкальную школу. Для 6 участников конкурс стал первым этапом, второй впереди. В виде открытки с выступлениями Арины Дьяновой, Никиты Корепанова, Анны Селезневой, Артура Политыка, а также ансамбли «Вдохновение» и «Аквамарин» отправятся в Москву. Их мастерство оценят выдающиеся деятели отечественного искусства, популярные телеведущие и народные артисты России. Победители выступят на главных сценах страны. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, телеканал «Север».